Всем привет. Вот еще парочка тонкостей по WhatsApp. Значит, у меня, я когда переставлял WhatsApp, у меня практически на Linux он работал нормально. А на Винде он перестал регистрироваться. То есть наводишь на него мобильный телефончик, а он берет, как говорится, нахал такой. И вообще никак не реагирует. Что я только там не делал, ну вот не идет и все. Вот здесь я вам показываю, как я проблему решал. Значит, в настройках найдите вот эту опцию расширения. Видите, да? И вот здесь вот я просто отключил у себя на время отблок. Значит, выключил браузер. Снова, значит, там запустил все это дело. И у меня, в конце концов, он среагировал на сканер. И я смог включить, как говорится, свою, как говорится, фишечку. И WhatsApp теперь у меня, значит, работает. Значит, еще у меня в WhatsApp вот мое личико вот здесь, да? И вот здесь поменяйте фотографию. Загрузить. Ну, давайте посмотрим. Ну, давайте вот эту вот я открою. Вот. Ставлю я вот так вот. И теперь, значит, вот вместо фоточки моей будет это. Не нравится. Я, значит, ее обратно могу вернуть и поставить. Ну, вот эту вот, допустим. Тут вот я сейчас... Ну, где-то вот так вот сделаю. Вот у меня смену фотографии я, как говорится, дело сделал. Причем, как видите, ничего тут такого суперсложного нет. И, значит, вот еще один нюансик хочу вам показать. Так, где у меня тут эта красавица была? Ну ладно, поищем так. У меня здесь в закладочках было так. Это расширение. Вот, контакты. Все то же самое. Если, допустим, вот я возьму там вот так вот себя. Теперь, значит, вот, пойду сюда, то опять-таки, и здесь, значит, я могу поменять свои данные. Могу другую фотографию приклеить,
Вот могу старую поставить. Без разницы. Ну-ка, давайте посмотрим. Не хочет меняться. А, вот. Edit. Вот. Ну, какую? Ну, допустим, вот эту давайте сделаем. Ну, вот, допустим, вот такую. Вот, делаем, что сделано. У меня, значит, вот более дальним планом, ну, видна, опять-таки, смена фотографий. Но я хочу все это дело вернуть. Вот, открываем. Пишем, что сделано. Вот таким вот образом. Значит, так что по WhatsApp, значит, вот я думаю, что у вас тут вот самые такие вещи, как говорится, интересные могут происходить. И еще я помню, как-то так же делал у меня, значит, установлен на винде антивирус McAfee. Вот видите, отключено, отключено, отключено. Я помню, первый раз я даже и вот эту брал, отключал. Брал и самым, как говорится, наглым образом отключал. Вот. Включить проверку, а я ее назначал применить. Вот видите, все опции у меня были отключены. И вот таким образом, значит, у меня получилось и фотографии поменять, значит, и в то же время заставить работать сканер. Потому что вот на винде прямо пару раз там я пытался, а вот сканер не работает, и все. И вот пока, значит, я расширение не отключил, тогда сканер заработал, потом я снова расширение в сети включил, и все получилось. А так вот я вам, пожалуйста, рекомендую пользоваться вот такими вещами. Вот у меня еще есть тут парочка кандидатов, которые тоже, значит, не могут поменять фотографии. Ну, я им просто рекомендую. Попросите кого-нибудь сфотографировать вас. Фотографию эту сохраните или на компьютере, или на своем мобильном телефоне. А потом, значит, пожалуйста, попробуйте, значит, все это дело поменять вот таким вот образом. Ну, ладно, я думаю, что я сказал достаточно. Информация будет для вас полезна. Поэтому я с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго и до новых встреч!